Ко мне, барракуда. Кинолог с 15-летним стажем Елена Зверева с полицейской собакой на «ты». Животные слушаются ее беспрекословно. Работа современного полицейского, как и 100 лет назад, не обходится без помощи собаки. Найти преступника по следу, задержать, конвоировать. Елена Зверева вместе с барракудой помогли раскрыть не одно сложное дело. У каждого кинолога на службе две собаки. Одна ищет бомбы, оружие, боеприпасы, другая – наркотики. Бельгийская овчарка-барракуда специализируется на поиске запрещенных веществ. Кинолог сильно возмущается, когда слышит миф о том, что такие собаки сами наркоманы. Это распространенное ошибочное мнение. Она старается выполнить то, что мы от нее просим, за то, чтобы с нами поиграть в мяч, получить от нас что-то вкусное. То есть никаких наркотиков мы не используем. Почти все о секретах службы в городской полиции узнали сотни студентов самарских вузов. День открытых дверей прошел в ГУВД. Такие экскурсии проходят здесь ежегодно. Когда вот так общаешься с полицейскими, уже некоторые думают, что, как сказать, они бывают злые. Вот. Но когда вот так близко общаешься, понимаешь, что все-таки они люди. И причем хорошие очень люди, спасают наши жизни. А это ситуационный центр «Безопасный город». Здесь круглосуточно дежурит оперативный штаб. 5 полицейских отвечают за охрану общественного порядка на улицах. У каждого свое направление. Обычно на поимку преступника по горячим следам уходит от 5 минут до получаса. В помощь современная техника. В случае, допустим, совершения какого-то уличного преступления, мы незамедлительно направляем экипажи ДПС, ППС, войск Национальной гвардии, АВО. Для, скажем так, поимки преступника, то есть мы можем с помощью камер установить приметы преступника, на чем он передвигается, допустим, это автотранспортное средство, может быть, это там какие-то особые приметы, черты, и незамедлительно передать наружному комплексу служб, кто несет службу по охране общественного порядка, для скорейшего задержания. Сериал про полицейских намного отличается от самой деятельности полиции. Быстрое раскрытие преступлений, какие-то использования новых технологий. И когда я, наверное, пришла, я ощущала, что-то будет то же самое. Но на самом деле нет, все по-другому. Многие сотрудники как раз рассказали то, чем они занимаются. Жители и гости Самары могут спать спокойно, заверили городские стражи правопорядка. Видеокамерами увешаны все улицы, торговые центры, вокзалы и спортивные объекты. Круглосуточно на службе патрули, инспекторы ГАИ и оперативники. Меры безопасности в городе еще более усиливаются и в преддверии чемпионата мира по футболу. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События.